На проспекте Карла Маркса борьбу с ледяной опасностью коммунальные службы ведут в усиленном режиме. Надо успеть очистить кровли до того, как начнется оттепель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток температура воздуха днем не опустится ниже минус 5 градусов. К выходным столбик термометра поднимется до 0. Поэтому сейчас очистки крыш – особое внимание. Всегда совершается объезд. Смотрим, где самые опасные места. Если в этих местах мы можем сбить сосульки, мы их сбиваем сразу. Там, где мы не можем сбить, мы огораживаем ленточкой. После того, как рабочие очистили крыши, за дело берутся дворники. Весь снег и лед убирают и вывозят сразу. Задача дворников, чтобы сразу оперативно убрать весь лед, снег, чтобы были выхода из подъезда, чтобы не было, никто, не дай бог, не упал, чтобы не травмировались, чтобы с колясками, с санками дети могли выйти. Всего за сутки на очистке крыш в городе задействовали больше 100 бригад, очистили больше 200 кровель. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, события.